концертную программу. И хочется сейчас сказать о том, что, ну, конечно же, ни для кого не секрет из присутствующих в зале, что диплом военмеха – это, прежде всего, уверенность в завтрашнем дне. И всем известно, что лучшие предприятия страны открывают свои двери именно для выпускников военмеха. И военмех ведь сможет чувствовать себя состоявшимся, самодостаточным человеком. А я понимаю, почему ты сейчас это говоришь. Потому что сейчас на эту сцену выйдет студентка третьего курса Александра Лаптева и споет песню «I will survive». Я состоялась! Александра Лаптева, третий курс! Ей помогают ее друзья! Встречайте!